chimera that gutted Northern Command came from this gorge. We're going to find just what hole they crawled out of, so we might marshal a little retribution.
we've covered out here. Let's get past that fence. Химеры, как правило, окапывались возле больших населенных пунктов. Их присутствие в таком отдаленном месте, как Сомерсет, было необычным. Ущелье было заполнено заводами, которые производили сталкеров и транспорт. Но мы уже видели все это раньше. Глубже, в этом ущелье, химеры скрывали что-то намного более опасное.